надо донести до мира правду, Ахар. Всегда важна эмоциональная правда, которую ты видишь и передаешь лично. А во-вторых, ну, поддержать тех черноверчан, которые меня увидят. Как бы сказать, что мы помним, знаем, любим. Черников же сделал очень важную вещь. Если бы россияне пошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые со Львова, на, грубо говоря, на Донецк ведут. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания на части. И Киев спасли. Так что приехали сказать спасибо за то, что... Ну вот мы слышим в прессе и от Лаврова, что они говорят, отошли, чтобы создать условия для переговоров. Брехня. Им нанесли физическое поражение, тогда они свалили. Какой там отошли? Вышли. Ну, поубивали всех просто. То есть это они придумали? Что ну, им же надо оправдание какое-то для внутренней и внешней аудитории. Они принесли конкретное военное поражение с очень высокими потерями, достигающими больше 40% от группировки. И ни о каком добровольном отходе речи не шло. Это результат того, что сделали ЗСУ и теробороны.